первый вопрос. Вот пока стояли, до вас дожидались, и общее мнение, являетесь героем встречи. Расскажите пару слов, ваше впечатление, ваше ощущение по игре. Да, добрый вечер. Ну, во-первых, самое главное, что победили. Остальное это второстепенно. Главное, что рад очень, что помог команде с голом, мог еще забивать, конечно, чтобы не доводить до серии пенальти, но еще раз главная победа, поэтому рад очень этому. Со стороны было видно, партнеры стараются на вас играть, вы также активно с ними взаимодействовали. Видят вас, наверное, одно из лучших продолжений атаки. Как удалось добиться вот такой вот химии, такого взаимодействия с партнерами? Да нет такого, чтобы прям кто-то на кого-то играл. У нас командная игра, все друг на друга надеются, верят. И поэтому получаются такие комбинации, просто потому что понимаем, мы и сборы провели очень хорошо. И есть уже некоторые там комбинации, схемы, которые работают. Поэтому взаимопонимание есть, и главное, что это работает. Дай бог, что вот так в два раза. После игры Сергей Николаевич Юран что сказал команде «Газировки»? Поздравил с победой, сказал, что были очень хорошие моменты у нас. Я думаю, что достаточно неплохой матч мы провели. Я думаю, гол в большей степени сами себе привезли, но были у нас 100% моменты, чтобы забивать и 2, и 3, поэтому я думаю, остался доволен качеством игры, и главное, что команда победила. Получилось после победы, вероятно, улучшить настроение после обидного поражения от «Зенита», да? Ну, побеждать всегда приятно. И всегда эти хорошие настроения после таких игр, поэтому нам надо сегодня отпраздновать и завтра уже с мыслями готовиться к матчу с Уралом, потому что он очень важный. Вот, поэтому все мысли завтрашнего дня уже в матче с Екатеринбургом.